В Ability Draft можно встретить множество имбалансных комбинаций, но при грамотной игре все это отлично контрится, собственно, как и отчаянно пытались сделать противники главного героя выпуска. Приветствую вас, друзья, с вами Имба Шоу, и мы начинаем. Для начала посмотрим на общий пул способностей в этой игре и дадим вам традиционную паузу, чтобы вы могли написать под видео вашу первую идею связки скиллов. Написали? Молодцы! А вот вам мое скромное мнение. Сперва я заметил блинк, который можно хорошо скомбинировать с ультимативными способностями для хорошей инициации драки и в придачу урвав хороший станчик для фиксации. Также приглянулся мне один из любимых скиллов – Blood Rage, который может увеличивать любой наш урон аж до 40%. В связке с Лагуной Лины, добавив сюда Дагон и Эзерио, получается довольно сильный прокаст, чтобы вырубить ключевую цель. Но наш герой пошел более интересным путем, собрав обильное количество чистых урона и взяв пару пассива, который позволит быстро бить и держать ману почти всегда полной. И да, способность Аркан Орб будет запускать пассив Кулины и при этом стакается с импетусами Enchantress. Ну а что из этого вышло, мы сейчас и посмотрим. Ну что, как вы могли убедиться, имба штука страшная. Хексы, обратки, никогда вам не поможет, если у вас не будет самого важного. Команда. Только играя сообща с своими союзниками, вы можете победить более сильного соперника. Не забывайте про это. Ну а ролик наш подходит к концу, а это значит... Время пасхалок. В 22-м выпуске я спрятал для вас 3 пасхалки, и естественно их все нашли и очень быстро. Первую пасхалку нашел подписчик с ником Antiban. Он заметил, что на этом моменте иконка Баланара заменена на помесь Войда и Вивера. Вторую заметил Ксеноморф. Как и в первой пасхалке, на этом моменте вместо иконки Арквардена красуется что-то между Зевсом и Бейном. И последнюю первой отыскал Илья Орлов, заметил, что тут заменен ник Арквардена на Имба Шоу. Антибан, Ксеноморф и Илья, поздравляю, вы оказались самыми внимательными по прошлому выпуску. В ближайшее время я с вами обязательно свяжусь, чтобы вручить ваши подарки. В этом ролике также спрятаны пасхалки, но сколько их, неизвестно. Заходите и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там я размещаю по этому поводу полезную для вас информацию. А с вами был канал Имба Шоу, тащите катки и прессовайте свои игры. Всем удачи!